Вас, дорогие любители творчества, добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, 4 марта. Посмотрите, какой у нас красивый идет снежок. Алеша мне позвонил, сказал, что МЧС прислала сообщение, что. В Москве ожидается очень сильная метель. Походу эта метель дошла и к нам. Как же уютно вязать именно в такую погоду. Но <laughs> я уже готовлюсь к лету, хотя на улице еще весна. Занавесочки крючком связаны. И я сегодня приступила вязать новый проект. Это красивейшее летнее платье. И рассказать вам о новом готовом мастер-классе. Итак, дорогие друзья, вот этот замечательный узор. Я назвала этот узор, и мастер-класс называется «Узор для покрывала и подушки. Цветочки в квадрате». Есть уже мастер-класс занавески цветочки на дорожке. Теперь это цветочки в квадрате. Подробнейший попетельный мастер-класс. Там будет 6 видео. Прям по рядочку. Значит, вот этот мотив, связанный мной, для начинающих, для тех, кто хочет красиво и аккуратно научиться вязать. Вот этот мастер-класс готов. Но когда я связала этот мастер-класс, я поняла, что я хочу не только покрывала подушку, и, может быть, не знаю, что еще, но мне очень захотелось связать платье. Так что, дорогие друзья, это, можно сказать, первый мастер-класс, так скажем, те, кто захочет его приобрести, мы как раз научимся вязать вот такие полотна, которые потом превратятся у кого-то в покрывало, у кого-то в подушку, а у кого-то, возможно, в платье. У меня будет связано, связано и, ну, не покрывала, а дорожка на наш вот этот угловой диванчик. Также я планирую связать такую же наволочку. В этом мастер-классе, повторюсь, он попетельный для начинающих. Вы получите схему вот этого красивейшего узора. Получите очень-очень подробнейшее видео с, с секретиками. Здесь мы также я вам покажу, как вязать патентный столбик особым способом, то есть двумя способами и получите очень красивое соединение в полотно вот этих дорожек без можно сказать без шва все это будет в этом попетельном мастер-классе так что кто заинтересовался пожалуйста пишите мне на почту moon69inbox.ru для тех, кто уже покупал мои мастер-классы, это два мастер-класса последних. Есть, конечно же, еще на канале, но я буду говорить о последних мастер-классах. Это занавеска. Я имею в виду вот этот мастер-класс, который называется Занавеска цветочки на дорожке. И еще один мастер-класс, который так и называется Кайма. Так вот, для тех, кто уже покупал мои мастер-классы, так скажем, для постоянных моих покупателей, для моих друзей, я обязательно делаю скидки на покупку последующих мастер-классов. Так что пишите. Вот этот мастер-класс очень-очень... Я снимала это видео три дня. Причем не просто там по часу, а так. Вставала в 6 утра, в 7 я уже за камерой с крючком. И до позднего вечера, где-то ну, часов до 7-8, до я занималась съемкой вот этого мастер-класса. Тем более... Ошибки, вы знаете, когда делаешь ошибки, они у меня здесь были, пришлось распускать и переснимать. В общем, друзья, это еще тот, так скажем, кропотливый труд. И буквально вчера я начала вязать уже на основе вот этого узора о котором я вам только что рассказывала, об этом мастер-классе. Я уже начала вязать платье, друзья. Это будет платье потрясающее, очень красивый цвет, сиреневый. Эту пряжу мне присылала в подарок Галина Войта, Галина Яковлевна. Если вы меня смотрите, я вам очень-очень благодарна. У меня уже есть две занавесочки в нашем новом доме из пряжи Кировский Ирис, которую вы мне присылали в этой же посылочке. То есть был белый цвет и вот такой сиреневый. Так что я о вас помню, я вам очень-очень благодарна. Я желаю вам здоровья, пусть у вас все будет хорошо. И у меня от вас осталась память из этой пряжи, которую вы мне прислали, я связала вот такую красоту, которая будет очень долго нас радовать всех. В общем, греть душу. И, конечно же, я вспоминаю о вас. Громаднейшее вам благодарю. Вот эта пряжа, кировский ирис. Вот такого красивого оттенка. В ранних видео я планировала эту пряжу совместить с шелковым блеском. У меня, кстати, есть ну прям вот точь в точь попадание стопроцентное в такой цвет. Вот, посмотрите, пожалуйста. Изначально планировалось совместить вот эти две ниточки, то есть кировский ирис и пряжу шелковый блеск. Это стопроцентный цель вытяжка из эвкалипта, фабрика Троицкая. Но, увы, эту пряжу уже давно не выпускают. До сих пор у меня идут комментарии, где же ее купить. Друзья, отвечаю, уже, наверное, нигде. Но проект, вот когда я занялась вот этим узором, филейным кружевом, в общем, из этой пряжи мы свяжем что-то другое. А из пряжи Кировский Ирис у меня две пасмы мне высылала Галина Яковлевна. Вот одну я перемотала. Кстати, вот эта пасма очень-очень легко размоталась. Я, в общем, поняла, как, как перематывать из пасмы. Ну, во всяком случае, я так приловчилась. Я пасму не одеваю больше ни на какие-нибудь там ни на стулья, ни на какую-то основу, а просто вот так вот раскладываю в круг и потихонечку вот так вот немножко отматывая, прям пряжа у меня лежит вот так, эта пасма в круг, и я ее разматываю. Ну, где-то, наверное, за час здесь 300 грамм. За час я это все размотала, перемотала и безо всяких эксцессов. И никакой мне, в общем, один узелок всего попался мне, один единственный. И никаких паклей, ничего не было. И вот посмотрите, как она прям поблескивает. Вязать одно удовольствие, друзья. Так что у меня уже платье начинает вязаться. Это будет потрясающей красоты платье. Платье будет сшивное. И, конечно же, я потом сниму мастер-класс и на вязание платья. Как, что я буду соединять, все швы, прибавки, все эти размеры, все я об этом расскажу. Этот мастер-класс, конечно же, будет позже. Мне хочется, ну не хочется, а нужно дойти до того места, когда я продолжу съемки то есть нужно вывязать полотно естественно для платья и потом снимать мастер-класс. Так что в любом случае вы выигрываете те кто приобретет подробнейший мастер-класс вот этого узора, этот он вам пригодится. это будет повторюсь, не только дорожка, не только наволочка, это еще и будет красивейшее платье. Теперь немножко хочу поговорить с вами о пряже. Ну, если сравнить, вот эта пряжа с этим же узором бобинная, я не знаю, откуда она у меня, не знаю, метраж, ничего, короче, не знаю. Думаю, что это хлопок. Вязала я вот эту, вот эту дорожку крючком полтора кловер, и вот это платье я тоже вяжу крючком кловер. Ну, если сравнивать, вот, вот так вот положить эти две ниточки, мы видим, что... Сейчас я на ладошку положу. Что кировский ирис, ну, наверное, в половину тоньше, чем вот эта вот пряжа. А крючок один и тот же. Возможно, можно было бы вязать вот эту дорожку 1,75, но уже, конечно, переделывать не буду. А может быть и правильно я сделала, она, ну, вы понимаете, она, ну, как бы плотнее, что ли. Мне же здесь нужна жесткость, поскольку все-таки это не платье, это дорожка на диван. А вот для кировского ириса полтора, ну, прям очень хорошо подошел. Я и те белые занавесочки вязала тоже крючком полтора из кировского ириса. Ну, в общем, друзья, вяжу крючком полтора и платье. Вяжется просто на одном дыхании. Вот такое большое полотно для крючка. Вот вот эту вот часть я связала буквально вот за вчера. Ну и сегодня вот до вечера до начала снятия этого ролика. Так что платью быть <laughs> скоро уже не хочется. Ну, я вообще сейчас не хочу вязать, так скажем, плечевые изделия. Но платье мне просто захотелось, чтобы показать вам, что... Ну, во-первых, заинтересовать вас в покупке вот этого мастер-класса. Потому что, повторюсь, это будет не просто дорожка, не просто наволочка, а это еще будет и платье. То есть тут сразу две цели я преследовала. Одна из них, это, конечно же, научить вас вязать аккуратно, показать все тонкости и нюансы. Но ну, и захотелось мне связать, вот я вспомнила про эту пряжу, которую мне Галина Яковлевна выслала, и захотелось связать все-таки платье. Так что не только интерьерные вещи у меня теперь в процессе, но еще и э, платье. Так что, друзья, пожалуйста, пишите мне э, на почту mon69inbox.ru, кто заинтересовался вот этим мастер-классом. По-моему, очень хорошая идея э, связать не только интерьерные вещи, но и плечевое изделие. А в старинной технике филейные кружева. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее коротенькое видео. Я вас всех обнимаю, всех люблю и жду ваши письма на свою электронную почту. Пока-пока!